цены на нефть закрепились выше $79. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на 0,20, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на 1,19. Мировые цены на нефть эталонных марок растут на данных о снижении запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 19 сентября. Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву поднялась на 0,20-0,25% до 79,23 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла более существенно, на 1,19-1,71% до 70,78 за баррель. По данным Управления энергетической информации, и запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,06 миллионов баррелей до 394,14 миллионов, при этом прогнозы предсказывали более серьезное снижение на 2,7 миллионов баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, за неделю снизились на 1,25 миллионов баррелей до 22,33 миллионов баррелей. Ранее цены на нефть снижались на фоне опасений усиления торговых споров США и Китая и их негативного влияния на спрос. При этом на прошлой неделе черное золото обновило максимумы с мая нынешнего года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.